Всем привет, вы на канале Андреа Соу. Привет, привет. Мы сегодня идем в магазин Вульворф в Депот. В общем, наш торговый центр Сити Галери. Сделаем подарки нашим друзьям. Да? Да. Посмотрим корзиночки, траву. Ну, шоколадных зайчиков мы купим в магазине, где продают продукты. Идем в магазин? Да. Сегодня у нас тепло, 20 градусов, жары аж. Сегодня 30 марта. Как классно гулять, когда нет дождика, да? И когда тепло. Здесь водичка сегодня не включена. Вот такой вот памятник. А вот и наш торговый центр City Gallery. И наш торговый центр украсили к Пасхе. Вот такая вот красивая локация. Все искусственное. Настоящих цветов нет, все искусственное, но очень много зайчиков. Красиво, да? Да. Вот такой вот замечательный зайчик с розой. И здесь у нас небольшое развлечение. Детям можно маски разрисовать, яйца. О, Андреасу сейчас делают большой меч. Закрутят ему вот такой вот меч. И ты, Андреас, будешь рыцарем. Данкешин. Ух ты, какой длинный меч тебе сделали. Будешь разрисовывать яйца? Будешь что-то делать? Или уже, наверное, закончилось? Нет. Пошли в магазин. Пошли. Мы зайдем в магазин Вульворф. Нам нужны корзинки, Андреас. Идем искать. Кстати, вот эти вот подставки тоже классные. Вот такие вот подставки. Так, здесь есть вот такие вот корзинки, но без ручки. Так, а где мы возьмем корзинки с ручкой? Посмотрите, какие салфетки в виде зайчика. Свечи в виде яиц. А вот еще свечи. Как 4 яйца на планшетке. А вон, смотри, сколько. Есть только железные. О, вот эти вот корзинки замечательно подходят. Не похоже, что они пасхальные. А это пакетики под пасхальные кексы, маффины. Разнообразных цветов. Очень большой выбор. А вот и сладости к Пасхе. Съедобная трава. 30 грамм. Желтенькая. 1 евро 25 центов. Есть желтая. Зеленая. А вот и обычная трава, несъедобная. И стоит 1 евро 50 центов. Купим? Держи. Купим эту травку. Осталось найти корзинки. Какие интересные шоколадные леденцы.
И стоят они 1 евро 50 центов. Филь, глюк, много счастья. И хабди хлип, я тебя люблю. А здесь за 2 евро шоколадные яйца. Мармеладки. 1 евро 50 центов. Конфеты. Яйца шоколадные. Шоколадные зайчики. Наборчики пасхальные. Яйца шоколадные. Вот такие вот шоколадные яйца. Купим эти шоколадные яйца за 3 евро. Вот такой вот большой пакет. 200 грамм. Шоколадные леденцы за 1 евро. 4 шоколадных леденца. Купим 2 пачки. Еще есть вот такие вот зайчики. И возьмем еще вот эту вот тарелочку. Она стоит 3 евро 50 центов. Давай покажем, какой набор тарелок у нас получится. Андреас, как думаешь, нам все 3 тарелки нужны? Не знаю. Да. Это только может решать мама. Я еще вот такую вот большую тарелку нашла за 5 евро. И такого же цвета кружечки есть. Нам нужно купить вот такие вот ролики, которые собирают шерсть с нашей одежды. У нас ведь есть кот, Коржик. Да. И зайдем в магазин Депот. Обратите внимание, какие цвета. Пастельный желтый, пастельный зеленый. Очень красиво, всегда все по цвету расставлено. Андреасу скучно ходить по магазинам, но все равно приходится. Посмотрите, какие красивые кружки летние с цветочками, с бабочками. Также белая посуда есть, кружки, тарелки. И здесь очень красивая посуда в виде яйца, а также необычной формы. Голубая, синяя, розовая, очень красиво кремовая, также золотые приборы, серая. Ух ты, как у нас, как мы купили сейчас. Посмотрите, какие красивые искусственные цветочки, тюльпанчики, ландыши, крокусы, подснежники. А здесь бокальчики с цветочками, с ромашками, розовенькие и необычные цвета. Радужные. Как красиво. Веночки из сухих цветов. Андреас, это кресло будет кто-то покупать, поэтому на нем сидеть нельзя. Вставай-ка, вставай. Обратите внимание, какие красивые огромные вазы. А также в этом магазине очень много искусственных цветов продается. Какие огромные белые и розовые пионы. Подснежники в горшочках, нарциссы, крокусы. Посмотрите, их даже можно подвесить. Ну и, конечно же, здесь очень много ваз. И необычной формы. Модерн. Ух ты, какая красивая. 20 евро стоит. Желтые, зеленые, белые, черные. Разнообразной формы. Также золотая ваза очень красивая. Кремовые. А здесь уже летние вещи, цветы, вазы, подушечки к дивану. Вербу еще не убрали, вербу тоже можно купить к Пасхе. А здесь черная посуда, стаканы, тарелки, глубокие и плоские тарелки. Также столовые приборы, ложки, вилки, ножи золотые, деревянные доски. А вот и пасхальные вещи, кстати, они уже на скидке. Зайчики, свечи. Какая красивая свеча с ромашками, зеленая. Возьмем ее, кстати, очень красивая. Держи, Андреас. Нам она пригодится, декорировать на столе будем. Кстати, а там есть еще желтая. Желтая с белыми ромашками. Вот, кстати, она красивее. Какую выберем? Желтую? Ну, хорошо, желтую. Как-то больше по-весеннему, чем вот эта вот зеленая.
И стоит эта свеча на скидке 2 евро 99 центов, а была 2 раза дороже. Со скидкой вещи можно покупать все-таки, а без скидки дорогие. Так, это скатерть. Скатерть с ромашками. Также что там есть еще? Еще одна скатерть. То есть она не полностью на весь стол, а на середину стола. 40 на 180. И стоит 7 евро 50 центов. Хвостик зайчика. Пушистенький на скатерти, кстати. Также есть еще с ромашками. Кстати, она нам больше подходит к нашей свече, к желтой. Очень красиво все сочетается. А это формочки для печенья, чтобы печь. Зайчик, морковка и яйцо. Яйца для декорации. Это деревянные яйца. Здесь простые яйца. И здесь посуда для соли и для перца. Свечи огромные с ушками зайчика, белые. А также гирлянда из зайчиков и яиц. А здесь перепелиные яйца на декор, серебристые, золотистые. И скатерти. Скатерти, кстати, дорогие, 30 евро, с лимончиками, грейпфруктами. Работники магазина составляют такие красивые композиции и товары рядом кладут, чтобы можно было сразу купить и дома сделать себе эту композицию. Посмотрите, как красиво, из сухой травы. Здесь также огромный выбор свечей в виде цветочков. Какие миленькие и красивые. А также такой большой выбор. Посмотрите, сколько сухой травы, сколько декора и деревянного, и стеклянного. Также цветочные композиции сухие. Подсвечники, вазы. Все такое красивое. Какая красивая гирлянда из лампочек. А в лампочках внутри сухая травка. Очень красиво. Самому, скорее всего, можно сделать ее. Очень много цветов. А также верба, розовая верба. Как красиво. Еще к Пасхе можно успеть купить. Красивой формы вазы. Андреа, смотри, какие тюльпаны. Но они искусственные. Очень красиво, если их много. Андреа, смотри, какой пасхальный декор здесь. Очень красивый. Даже можно носки купить зайчиком. И мы в магазине Euroshop. И все вещи к Пасхе уже со скидкой. Редуцир, значит, редуцированные со скидочкой. Зайчик, яйца. Вот когда нужно вещи покупать к Пасхе со скидкой. Вот такие вот подвески, курочки. По 1 евро 30. Какие классные. Яйца всевозможные. Ух ты. Крошка, цыпленок, зайчики, пушистые зайчики тоже есть, овечки, железные зайчики на подставке деревянной. Такой большой выбор. Тоже миленькие зайчики. Желтые, зеленые, белые. Подставочка.
Мне очень понравились вот эти вот зайчики. Наклейки. Наклейки на пасхальные яйца, скорее всего. Или на подарки. Что хочешь? Мама. Золотой зайчик. Мама. Это корзинка? Да. А где ручка? Не знаю. Надо с ручкой. Посмотри, те серенькие или зелененькие. Так, кстати, вот яйца подвески полностью из дерева. Вот такие вот подвески. Кружки. Фрое Остан. И вот такие вот зайчики. 1 евро 50 центов. Давай, Андрей, купим этого зайчика. Он нам классно подходит к нашей свече. Держи. Салфетки. Андрей, вот этот зайчик деревянный мне тоже нравится. Тебе какой больше нравится? Этот. Да? Ну, давай тогда беленького возьмем. Травку зеленую мы уже купили. Здесь тоже что-то на скидке. Здесь съедобная трава. Красить яйца. Краска. Этот зайчик тоже красивенький. Андреас, как тебе? Этот зайчик тоже классненький. Эти зайчики мне тоже нравятся, очень красивые. На-ну-на-на! И здесь тоже красота на Пасху. Много всего интересного продается. Какая красивая композиция. Зайчики, пасхальное яйцо, травка натуральная или не натуральная. Все искусственное, но выглядит очень красиво. Куча пасхальных яиц, чтобы украшать. Перепелиные. Очень-очень красиво с перышками. Очень большой выбор. Корзинки классные, да? Ух ты! Они не деревянные, они сплетенные. Из пластика. 7 евро. Такого цвета есть, да, Андреас? Есть поменьше корзиночка для маленьких детей, да? Кстати, траву можно купить тоже вот такой вот сухую, как сено. Написано Остаграс. Пасхальная трава. Здесь яйца по 5 евро. Вот такие вот расписные. И очень-очень много курочек. Разных цветов. Какие бидончики. Очень-очень много курочек. Железных и расписанных.
Смотри, Андрея, здесь очень много зайчих ушек. Пакетики на Пасху. Собачка. Упс, падает. Андреас, примерь зайчьи ушки. Только не испорти, пожалуйста. Пакетики на Пасху. Вот такие вот красивые. Примеришь ушки беленькие? Не хочешь? Подушка с зайчиком. И вот такие вот салфетки. Салфетки стоят 3 евро. Ух ты, смотри, какие пушистые зайчики. Это кто? Зайчик? Какая милота. Курочка. Свечи в виде яиц. Цыпленок, зайчик и еще цыпленок. Мягкие игрушки. Кружки. Шоколадные зайчики. Ух ты, даже есть макароны. Смотри, Андреас, макароны. Там яйца, цыплята, зайчики. Макароны даже есть. Вот такая вот весенняя кружка. Горшочки. Вот такие зайчики. Деревянные подложки. Из перышек. Вот такой вот декор. Смотри, Андреас, какие милые зайчики, обнимаются. 6 евро. Салфетки в виде курочки. Фроя Остан. Счастливой Пасхи. Так много декора пасхального. Очень много пасхального декора в магазине на-ну-на-на. Ух ты, какие зайчики в очках, да? Цыплята. Очень-очень-очень много всего. Очень-очень много зайцев разных цветов.
Вот этот зелененький зайчик стоит 5 евро. Голубенькие. Разных цветов, пастельных. Очень-очень красиво. Яйца, свечи. Такие курочки сидят, классные. Этот белый заяц, который блестит, стоит 30 евро. На скидке причем. А вообще в Германии продается очень-очень много декора разнообразного. Вот такие вот вазы. Это уже больше к весне. Свечи в виде цветов, цветы искусственные. И мы нашли вот такую вот корзиночку в магазине Теди за 2 евро 55 центов. Беленькие крокусы, как красиво. Кто-то уже помял цветочки. И в цветочном магазине тоже букетики к Пасхе. Украшенные яйцами, цыплятами. И много-много-много цветов, как всегда. Когда много тюльпанов, выглядит очень-очень красиво, да? Если покупать, то много тюльпанов. Как тебе нравится этот большой букет? На самом деле здесь много маленьких букетиков. А тюльпаны-то уже распустились. Вот эти вот очень классные тюльпаны, фиолетовые. Посмотри, какие они огромные. 30 штук, 12 евро. Все, Андреас, мы с тобой закупились. И вот такой вот набор посуды у нас получился. Маленькие тарелочки. Вот такие вот. По 3 евро 50 центов. Мы взяли 4 штучки. Кружки мы взяли тоже по 3 евро 50 центов. Взяли вот такую вот одну плоскую тарелку большую за 5 евро. Взяли одну глубокую тарелку за 5 евро. И взяли две маленьких вот таких вот глубоких тарелочки по 2,5 евро. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Андреас Соу. Всем до новых встреч. Пока-пока.